Друзья, всем привет! Продолжаем тему хищника. Сегодня выехали поискать крупного судака. Ищем новые места, отрабатываем уже ранее наработанные точки. Все. Рыбачим сегодня на вот таком вот аппаратике. Это Крым. Саня на лодка. Саня, скажи привет. Всем привет. Саня первый раз на канале, так что знакомьтесь. В общем, сегодня будем пытаться ловить крупного судака. Упор именно в судака. Друзья, в общем, собираем снасти. Катушка Shimano Sustain 2500, а палочка — это мой незаменимый Skyline до 24 грамм. Кстати, Саня дал попробовать, что такое Neo Breeze. Ребят, короче, стали в такой жесткий коряжник. Я уже оборвал 3 или 4 приманки. И вот очередная на подходе. Просто жесть. Было пару поклевок между коряжками, но не реализованных. О, слушай, вроде бы получилось выдрать. Но мне, походу, еще кто-то откусил хвост по дороге. Смотри, во-первых, с первой поклевкой мне откусили хвост, да. А со второй поклевкой просто стянули резину. Друзья, Easy Shiner 4 дюйма. Вроде бы нащупал, где стоит судачок. Сейчас попробуем его оттуда выманить. Надо только освежить приманку. Ну что, друзья, вроде бы есть начало. Саня вроде обрыбился. Подсака, я смотрю, не надо. Есть первый судачишка. Пусть и не крупный, но тем не менее. Радует то, что мы его нащупали. И что уже понимаем, где он хотя бы стоит. Есть, друзья. А вот и моя первая за сегодня рыбеха. Да, вижу. Походу, тоже судачок не крупный. Может, чуть-чуть больше, чем у Сани. Не, ну такой уже, подкилошный. А ну-ка, поднимем мы тебя. Довольно-таки красивый судачок. Ну, конечно, мы ехали сегодня за крупным. Такого судака я отпущу. Хотелось бы дождаться такого. 2+. Так, этого судака мы отпускаем. Что-то у меня тут за проблемы с чебурахой. Я, ребят, не ставил флюрик. Покаместь. Видите, скобка как-то вылезла. Вообще непонятно. А, все, я понял, что оно такое. Потому что сюда шнур пролазит. Надо ставить флюрокарбон. Ребят, короче, ставлю флюрокарбон. Смотрите, какая тема. Получается, я на шнуре вяжу обычный клинч. А на флюрике вообще ничего не вяжу. На флюрике у меня здесь просто сделана капля, запаянная зажигалкой. Сделал такую капельку. И все, и она, получается, стопорит. То есть тут, по сути, грибочек на флюрокарбоне, а на шнуре обычный клинч. И я намеренно взял 0,6 флюрокарбон. Для чего я это сделал? Почему такой большой диаметр? Хочу увеличить время зависания приманки. Пока я тут вязался, Саня вот бабахнул того негодяя, который ушел. Ну да, не крупный. Но тем не менее, такой уже грамм 700, наверное, судачишка. Идем по нарастающей. Да, красавчик. Вечеру будет, да? Так, вечеру мы по-любому нормального судака будем ловить уже. Так, ну что, забросик. Иди сюда. О! Ребят, вот это вроде что-то понаряднее. Да. Прям таки вроде бы. Ну такой. Чуток может покрасивее, чем я взял у того первого. Но все равно не наш размер. Так, флюрик у меня довольно-таки толстый.
можно поднимать. Не, ну этот килошный судачок. Такой, килограммчик. Все, ушел. Приманку сбил. Так. Это все хорошо, ребят, но нам нужен хотя бы полтора. Полтора, а два было бы вообще красиво. А два плюс это было бы вообще. Просто ты шо, ты шо. Ух ты, нифига себе. Вот это лупанул. Ты шо, офигеть. Такая поклевка, Саня, я тебе говорю, термоядерная. А ну, что ты там за зверь? Килошка. Килошка, ребят, но на фоне, знаешь, всех поклевок, которые сегодня были, это такая самая жесткая. Красавчик. Слушай, он так и просится на фотографию. А ну, сейчас. Все, и после короткой фотосессии судачишка отправляется. Килошки там, конечно, не было. А вот грамм 800 где-то, да. Так, ну что, ребята, еще забросик в ту степь. Тут где-то они недалеко прям бьют. Это за хрень? Ракушка, скорее всего. Тарасик. Да. Ну что, Сергей, поздравляю. Да. Открылись по карасю. Друзья, смотрите. Нежданно, негаданно, вот такой гость. Давай. Короче, у нас сейчас активные поиски судака. С той точки мы ушли. Как вы видели, там проклевывались такие, ну, пистолеты. Не пистолеты, но околокилошные судачки. Но мы якобы сегодня за крупным, поэтому поиски, поиски, еще раз поиски. Да ну да. Ух ты, нифига себе. Под самой лодкой, Саня, прикинь. И загибает. Дыви, какие малые, а я первый. Ага, шустрик такой. Фух, ребят, что сказать? Короче, наверное, часа 3,5 точно не было поклевок. Мы уже успели на острове перекусить и поменять несколько точек. Ну, пока мисс как-то так. Такого размера судачок влетел. Я же говорю, и то это первый за часа 3,5. Не знаю, с чем связано. Может быть, с переменой погоды. Вчера погодка просто песня шептала. Сегодня полдня туман, холодно. Ветер дует, ну, злой. Поэтому фиг знает что. Но, во всяком случае, мы надежды не теряем. Будем выманивать крупного судачка. Сработал только что у меня Swing Impact 4 дюйма. Я ставлю сейчас крупные приманки. Хочется аж покрупнее судачка поймать. Но, как видите, размер приманки не очень сильно влияет на размер судака. Да, неплохой такой. Подводится. Ну, килошка, да. Не, ну на фоне сегодняшней рыбалки, я тебе скажу, килошка все равно приятно. А ну сверкани. Да, пойдет, нормально. Как на сегодняшний день, пока месть нормальная. Но мы сегодня с тобой еще крупного поймаем. Он уже типа отваливается, да? Да, да. Его сбил. Иди сюда. Так нежненько постучался, ребят, вообще. Ну. Да такой же самый. Может, чуть-чуть меньше. Пробил хорошо. Возьмем так.
Тот же Swing Impact, 4 дюйма, но в другой немножко расцветке. Судачок отправляется подрастать. Мы резинку поправляем. И в бой. Кстати, расцветка, кому интересно, оба, и Саня влупил. Выходит потихоньку, да? Watermelon Yellow. Что там давит? Саня, так я готов. Я готов принимать, сейчас надо только... Так это ж хороший судак. Ну, этот такой, под полторашечку, да. Пониже его чуть-чуть, Саня. Так, ну так это ж красота, нифига себе. Ну что, ребят, хоть что-то начинает вырисовываться. Так, по времени у нас без 10:03, можно сказать. Рыбачим сегодня, ну, часов до 6, наверное, максимум, потому что пасмурный день, и так темнеет рано. Раз, теперь под саку такой, опа. Килошка. Килошка, да. Стандартик. Пойдет. Долго вязать? Кого, узел? Да сколько там его вязать? Что это было? Есть. Ух ты, нифига себе. Так походу, я не пойму, друзья, или подбагрил, или кто-то хорош. Подбагренный, скорее всего. Так, Саня, а ну прибери чуть спиннинг. Я возьму, под саку положу. Да не знаю, возьми. Да. Не, ну все равно хорош. Давай. Есть. Да, пойдет. Да такой чуть-чуть меньше, чем ты вот взял. Так, друзья, показываю. А, ну я его под бороду. Под бороду взял, в принципе, он тыкался и просто промазал. Ребят, смотрите, какой красавец. Сейчас я вам покажу, на что он купился. Ай, приманка такая, скажем так, очень эксклюзивная. Они у меня есть, эти американские приманки, но я их очень редко ставлю, потому что, ну, честно, кто рыбачил на Китек, на другую резину рыбачить не будет. Меня рыболовы поймут. Вот такая вот тема, ребят. Вот смотрите, как выглядит червячок. Ну, с обычным хвостиком, не срезанным. Такой смотришь на него, и фиг его знает вообще, будет он работать, не будет. А, ну, на самом деле, видите, сработал. Хоть судак и промазал, но явно тыкался. Ну, этого судачка я возьму. Да, наверное, такой же, да, Саня, как у тебя вот тут был. Ну, прикольный такой, темненький. Красавчик. Породистый. Да, породистый. Да, ну, три судачка. Ну, таких, что забирабельных, да? Ну, два вот таких. Ух ты, нифига себе, Саня, прям под лодкой. И ввалил так жестко. Ребят, опять сменил приманку. Блин, ну там судак реально. У-у-у. А, иди сюда. Слушай, ну расшевелили. Расшевелили крупного судачка, слушай. Пробы, да? Просто ты шо. Смотри, ребят, приманка. Опять Big Bait Baits. Америкосы сегодня просто в тренде. Сейчас вам поближе. И, слушай, запах у него прямо низом так прет. Класс. Сейчас он прям просится на фотографию с этой приманочкой. Сейчас будет фотография. Он сойдет и будет фотография. Да все, уже не сойдет. Фух, ты шо, боец? Да, короче, у нас получается дуплет. Я тут с этим судаком, ребят, разбираюсь. Он мне немножко курточку посадил на крючок. И заодно и Саня, он вытянул судачишку такого. Да. Ребятки, продолжим. Рыбалочка набирает обороты, приобретает хоть какой-нибудь логический смысл. Он, Саня, сечет, пытается пробить челюсть, но не попал что-то.
Да, красота. Я что-то подумал, что сегодня будет совсем скучно, но только что вот втянул два таких нормальных судака, и настроение сразу же поднялось. Иди сюда. Гу-гуш, и есть. Ну, такие детки. Ну да, поменьше, чем тот, что только что сошел. Оба-на! Судаки погнали дуплетами, друзья! Это просто жесть какая-то. У меня, кстати, тоже, Саня, не крупный. Да не, ну такой, подкилошный у тебя. Да и у меня где-то такой же. А ну, да, глянь. Вообще одинаковые. Друзья, судаки клюют просто дуплетами. Ребята, и прикол в том, что приманка 5 дюймов. Ну, кстати, предыдущие два судачка нормальные такие влетели. Но, как видите, 5 дюймов кушают и такие пистолеты, и совсем не стесняются. Зубом только что дал мне по пальцу. Таких мы отпускаем. И продолжаем. Да прям да, хоть немножко такое что-то, блин, смысл приобрела рыбалочка. Издалека. Ух ты, нифига себе, опять под лодкой. Есть, друзья, влупил. Влупил, друзья, иди сюда. А у Сани только что сход был на дальней очке. Что ж такое? У нас сейчас спортик. Да, спортивный судачок. И ты знаешь, порадовал поклевкой, и все равно шикарно. Да, друзья, 5 дюймов. А вот она поближе. Big Bait Baits. Sugar Cane Worm. 5 дюймов. Иди сюда. И опять возле лодки. Ребят, ну у меня реально на каждом забросе полетели судаки. Он и Саня. Ну, не попал, да. О, Саня, это такой, ты знаешь, что-то я, наверное, за подсакой. Да, потянулся. А подсака запуталась. Да, это такой. Зацеп у Санька. Это такой. Чуть-чуть закилошный, но красивый. Красивый судачок. Ух ты, блин. Че сход был? На ходу, дивись, взял. Офигеть, да, вот. Правильно, досекай его. Подсака надо, Саня? Я думаю, нет. Да пойдет, да. А, это же у нас был ориентир лодка, теперь его нету. Ориентир, на угол где-то можно. Присылай мне потом видос. Ага. А вот уж я же тебе говорю, после того раза, как мы с тобой на берегу, блин, побачили. Ага. Я ему говорю. Ух ты, нифига себе! Есть! Приманочка, да? Да, ну так я ж поставил чуть-чуть другое. Ребят, я, короче, решил продолжить эксперименты. Что-то у меня не получилось с твистером, с белым. Кстати, твистер тоже был от Big Bait Baits. И я поставил... Ух ты, да ну такой еще и неплохой. Да, нормальный судачишка. Я поставил Мадвах от Китек. Так, а ну-ка покажись. Да, такой килошка. У Сани зацеп. Короче, цвет Мадвага грейп. Как по мне, под такую погоду вообще подходит классно. Надо будет его немножко поправить. Иди сюда. Есть, ребят, подхватил, можно сказать, без поклевки. Я думаю, честно говоря, он и за бороду забагрился. Сейчас, да, это 100% забагренный. Я поклевку не почувствовал. Нет, по-честному за рот. Слушай, ну этот такой вроде. Да.
Этот судачок отпускной, поэтому. Так, есть такое дело. А ну тихо, 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 тихо. Крутенькая фотосессия. Сейчас я его. Да ты смотри, я резинку порвал. Без инструмента тут не обойтись. Это у меня еще и серия крючков, такая податливая, можно сказать. Все, есть. Подрастай. Коротенькая фотосессия, и судачок отправляется подрастать. Все, мы поправляем резину и продолжаем. Оба-на, тут Саня всадил сразу онлайн судака. Что там, надо подсакаться? Там можно и подобрать. Честная киложка. Оба-на, трымай. А мы делаем заброс. Иди сюда. Хорош, да? Ну трусит-то, блин. Слушай, я за подсакой, Саня. Так, я... Сам возьмешь? Давай, подматывай. Да ты шо? Да ты шо? Ну да, это такой уже ближе, ну полторашка там стопроцентная. Красавец, Саня. А ну, покажешь? Сашко влупил хорошего такого. Кстати, на Big Bait Baits, на этот же слах. Слушай, Саня, ну там кто-то хороший, да? Да. Все, я тебя понял. Саня мочит, короче, судака. Да, да, да. Та давит. Я сейчас тоже буду такую ставить. Ого! Поднимай! Блин, Саня, ну это просто трофей. Это трофей дня. Ну это двушка, друзья. Ты покажешь нам? Конечно. Я сейчас тоже ставлю этот слах. Этот слах просто рулит. Кстати, на этот слах, друзья, сегодня были пойманы все самые крупные судаки. Но мне же, как всегда, надо поэкспериментировать. Давай, я подержу подсаку, Сань. Вот ты там выпутывай. Да. Вот вам 5. Блин, ну это двуха стабильная. А ну сейчас, Сань, секундочку. Я просто, ну, уверен, что там есть 2 килограмма. Сейчас мы его сразу и на весы. Сзади куча лодок собралась. Пускай. Кило 975, кило 800. А, и 2 только что. Кило 905 зафиксировалось. Ну, двушка без 100 грамм. Ух ты, нифига себе. Так. Оля, давай, бо мы с Саней одновременно. Может, мы одного и того же тянем. Ребят, вы видите, что творится? Ого! Вот это да! Слушай, стартанул. Не, у меня. Не, а у меня, может, он подбагренный, но только что... Вроде идет и не сильно туго, понимаешь? А стартанул так, что... Киловка. Ну да, да. Такой, я не знаю, я его буду брать в руку. Сойдет, сойдет. Ого, то давит. Как он там зацепился? Да вроде ничего зацепил. Да, киловка. Нормальный судачок, друзья. Все никак я не доберусь. Не дойдут руки, чтобы поставить обратно червячка этого Big Bait Baits. Но надо ставить, потому что, видите, реально размер хороший судака влетает на ту резину. Хотя попадаются, вот видишь, что Саня только что отпускного вытянул. Но попадаются, больший процент крупного попадается на ту резину, так будет правильнее сказать. Сколько, Саня, мы сидим без поклевок? Да, минут 40. Минут 40, а то и час, я думаю. Пистоль, да, нагрел? Да, ну пистоль такой, ну ты знаешь, хотя бы показался, что он еще здесь имеется. Друзья, под вечер, ну, странно, конечно, но прикрыл судак рот. Я не знаю, с чем это связано. Сейчас такое время, по времени, как раз время судачи. Вот, ну, как раз судаку только брать и клевать. Что у нас здесь? 20 минут шестого. То есть, если бы сегодня был солнечный день, уже где-то там возле горизонтика стояло солнце. А судак рот, наоборот, прикрыл. Вот это вжарил. Да. И что там? Да я не знаю. Ну как-то так подобрал, непонятно. Да подсака здесь, пускай покажется. Да.
Потому что под бороду просто. Сейчас он еще сойдет, а может и не сойдет. Такой докилошный судачишка, ребят. Вот второй, наверное, в течение 5 минут. Да, это, кстати говоря, о чем-то и говорит. Что может быть он на вечер еще активируется. Но размерчик, правда, небольшой. Ну, мы прекрасно знаем, что здесь есть и хороший размер. Поэтому надо упираться. Итак, по времени у нас без 10:06. В общем, ребят, решили мы паковаться, потому что уже реально так хорошо серо. А хотелось бы лодку на лафет затягивать еще, чтобы было хоть немножко что-то видно. Потому что это тоже процесс, ну, скажем, такой не слишком быстрый. В общем, следующий видос, скорее всего, будет по карасику. Постараюсь половить в камыше на поплавочек крупного карася осеннего. Думаю, он уже туда полез. Не пропускайте новые видосы. Всем пока!